Мишка мой, маленькая, мимишка, ты рада, да? Моя девочка, где это мурчит? Тракторёнок маленький, девочка. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер всем друзьям. Добрый вечер всем друзьям. И мимишечка с вами здоровается. Да, ты всем передаешь привет. Так, я надеюсь, тут, конечно, не 4000 человек, которые оставили свои комментарии в розыгрыше. Вот, сейчас мы говорим о неситуации по поводу магазина, но это было в одном из магазинов в мануфактуре. И кто победил? Вот сейчас, Сонечка, я буду определять победителей. Я вас... Мурчит, да. Так, Альбиночка, добрый вечер, друзья, привет, Винница. Сейчас немножечко еще соберется людей, и я буду объявлять победителей конкурса, который сегодня... Ну как это не конкурс, это просто вот победители, кто сегодня писал свои комментарии, отмечал. Я думала, что у меня телефон второй заряжен, а он разрядился. Сейчас он быстренько зарядится, он быстрее, чем iPhone заряжается. Буквально пару минут подождем, пока просто пообщаемся с вами. Вот. Я не знаю, где притула, может, дома. Вот. Спасибо. Вот. И я буду выбирать среди всех комментариев победителей. Надеюсь, вы мне тут напишите. Тут есть те, кто принимал участие. Тут есть люди, кто оставлял свои комментарии под видео, где вкусняшки. Спасибо, мои хорошие. Вы тоже у меня самые лучшие. Спасибо. Привет. Напишите мне. Тут есть люди, которые... Так, одна девочка вижу. Одна девочка? Напишите «да». Нет? Нет, Виктория, ну очень жаль. Я, вторая девочка. Я по этим, по сердечкам и лайкам не понимаю. Просто «да», напишите. Так, есть, девчонки, отлично. Боже, Мими линяет, везде пух летает. Так, да, есть, жду энергетичного печенька. Да, о, отлично, видите? Я просто только домой приехала, очень старалась успеть. Фу, у меня кошка линяет, у меня шерсть, я не знаю, вам видно, нет? Вот, видите, летает все. Вот, конечно же, каждой вкусняшке... Да что такое? Каждой вкусняшке я буду прилагать вот такую... небольшую открыточку со своим автографом. Обязательно подпишу. Вот. Да что такое? Шерсть мимишкина везде. Я просто вижу где-то ворсинка. Надежда на подарочек. Я сама не знаю. Я хочу в прямом эфире все это сейчас. Я посмотрю, в каком состоянии телефон. Зарядился? Нет, там хотя бы чуть-чуть. Что он быстро заряжается обычно? На 5%. Хотя я его только поставила. Сейчас давайте еще немножко подождем, чтобы он не вырубился в самый ответственный момент. Правильно? Давайте подождем. Чуть-чуть телефон зарядится. Извините, я просто не знала, что он будет разряженным. Так. Пока могу вам рассказать о том, что у моей кошки весна. Она хочет мальчика. И вот это каждый день... Мурлычет, мурлычет, мурлычет. Я давно подрезала волосы. Они даже, вот я бы сказала, что немножко уже отросли где-то вот настолько. Но пока медленно что-то растут. Три победителя будут. Привет, Кристиночка. О, сигналы подает. Класс, я хочу выиграть автограф. Передаю
привет городу Покрову и всем жителям этого города. Всего вам наилучшего желаю. Всех рада видеть. Друзья, собирайтесь побыстрее, потому что сейчас буду объявлять победителей, кто выиграл вкусняшки от меня. Ну, не то, что как бы это конкурс какой-то, просто мне захотелось сделать вам приятное. Блин, знала бы, что с автографом будет, тоже бы приняла участие. Не расстраивайтесь. Я еще буду устраивать подобные какие-то приятные вещи для вас. Поэтому не волнуйтесь. Все будет, еще поучаствуйте. Буквально еще чуть-чуть не уходите, пожалуйста. Наоборот, я хочу, чтобы максимально людей собралось для того, чтобы я объявила победителей. Вот, и... Конечно же, всем напишу автограф от себя лично. Мне очень приятно, что вы приняли участие, что вам понравилось, что вы, Леночка, самая любимая наша, хочет сделать приятное. Да, мне правда... Знаете, я утром сегодня проснулась с такой мыслью о том, что каждому человеку очень приятно просто так получить какой-то подарочек, сюрприз. Знаете, всегда можно начать с чего-то маленького. Главное – это внимание к людям. Конечно, всем сразу, ну, как бы, это очень сложно сделать, и нет такой возможности. Но хотя бы какую-то часть людей порадовать, в какой-то степени отблагодарить за то, что... Знаете, когда у меня столько людей подписано на меня, мне очень приятно, что люди интересуются моими бьюти-влогами, кулинарными влогами, интересуются моим здоровьем, моим настроением, чтобы все у меня было хорошо. Почему бы мне для моих же подписчиков не сделать что-то маленькое, приятное, спонтанное, неожиданное, и просто выбрать среди просто людей и отблагодарить. Вот, ну, даже не то, что отблагодарить, просто сделать приятное. А замеры на наши футболочки, они идут стандартные, 42-46 размер. Но вы мне в ту группу напишите в директе, потому что я только пришла, еще не успела там прочитать сообщение, может быть, вы писали. И я сделаю замеры, я вам точно скажу. Привіт, лежим з сестрою, засмутилися, що не взяли участь, мала вас любить чекати. Привіт, сестру, звати Даша, 6 років. Дашенька, 6 років, привіт, манюнечка. Вот. Просто, знаете, вот всегда говорят, мелочь, а приятно. Так, Лена, тут таких крутых футболок нету. Ну все, Кристин, придется задуматься. Пользуюсь помадой Аден, да. Так, ну что, я еще раз проверяю телефон, насколько он там зарядился. 11%. Я думаю, что мне хватит для того, чтобы вас отметить. Правда? Так, я захожу. Мой Samsung мне в этом поможет. Сейчас вместе. Ой. Так, окей. Сейчас я зайду в Instagram. Сейчас, секундочку. А чего оно так загружает долго? Слушайте, а если два телефона... И что, одновременно нельзя на страницу зайти? Почему оно не заходит? А как я буду определять победителей? А почему оно на страницу не заходит одновременно? Я не понимаю. Смотрите, оно не загружает страницу. Я не могу понять, почему. Можно? А почему оно не загружает? Кто-то пишет, нельзя. Можно. Я багато друзів відмітила. З комп'ютера? А як я з комп'ютера? Там теж можна листати коментарі. Я просто так привикла через телефон.
Так, ну вот часть какая-то. О, загрузилась вроде. А где это видео с вкусняшками? Тут не все загрузилось. Тут не все, тут нету этого видео. С компа нельзя. Вечером плохой трафик. Так, оно, смотрите, оно загрузило, но тут нету... видите, фотка моя, еще одна фотка. А нету видео. Перезагрузить? О, Антошка, привет. Мы тут розыгрыш проводим. Ой. Сейчас еще раз попробую зайти. Ну, я вот обновляю. Оно что-то не хочет. Это что, получается, что нельзя одновременно заходить? Ну ладно, сейчас придется компьютер включать, а как иначе? Потому что я так не понимаю. Ну, знаете, снять видео можно, а потом еще будут говорить, что монтаж сделала. Я так не хочу. Я хочу в прямом эфире, честно, чтобы вы сами видели, что... Я не знаю, почему со второго телефона нельзя. Я так думала, что можно, а оно нельзя. Но у меня не загружает. Может, Wi-Fi перезагрузить? Нет, Wi-Fi у меня хорошо работает. Можно я хоть щось виграю в своєму житті? Сонечко, можна. Але давайте будемо всі разом дивитися, хто виграє, бо я не хочу бути несправедливою. Для мене головніше, щоб все було справедливо. Багато людей, хто голосував, хто писав свої коментарі. Тому давайте, будь ласочка, будемо всі разом дивитися. Я зараз спробую через комп це зробити. Напиши в комментариях победителя. Но я же хочу, чтобы вы видели, как я его выбираю, понимаете? Выйди в эфир со странички магазина. А много людей могут быть не подписаны, они не поймут. Понимаете? Это надо было заранее тогда давать информацию, с какой страницы. Это надо было в том видео говорить. Сейчас просто не все поймут это. Боже мой, фу, я поняла, что это за звук, это эти жуки летают, боже. Ну эти, хрущи. Я слышу, я не знаю, слышно вам было или нет. Надеюсь, выиграю для девушки подарок. Ой, было бы классно. Я реально, я слышу, что в окно какой-то такой звук. Я не могла понять, думаю, что это такое, знаете, как стучит, а я, извините, не на первом этаже живу. Я реально не поняла, что это такое. Видели, я открываю окно, потом я вижу мельком вот это вот хрущили, боже, я так испугалась, я не ожидала вообще. Так, компьютер, а ну давайте попробуем с компьютера, ну я же хочу, чтобы вы это тоже видели. Я реально испугалась хруща. Такие милі вони. Ні, я не люблю. Ну як? Я не можу сказати, що вони милі. Вони просто великі, я боюся їх. Я сама злякалася. Поки нічого не пропустили. Ви пропустили, як я хруща испугалася. Так, що там потрібно писати? Єлена Філонова, Інстаграм, да? Єлена. Ну що вона не пише? Ну давай. Еще подгружается мой старенький ноутбук. О, боже. Еще грузится. Не открывай окно, это точно, что они сейчас залетят. Я реально не поняла, просто сейчас они как раз летают. Их этот период. Так, Елена Филонова. Инстаграм. Так, а ну. Сейчас.
Ждем, я сама жду. Мне очень нравится Samsung телефон, он очень хороший, там много крутых функций. Так, так, так. Просто я в последнее время так сильно занята, что даже никогда влоги поснимать вам интересно. Ну реально, ребят, просто есть много всего. Так. Инстаграм. Спасибо за автограф, было приятно, покупала у вас свитерок. И вам спасибо большое. Мне приятно, что вы свитерочек у нас покупали. Мою девушку зовут Таня, и у нас с ней год. Надеюсь, выиграю, очень надеюсь. Боже, это так приятно! Когда молодой человек, когда у них годовщина, они хотят выиграть подарочек. Это очень мило, я сейчас заплачу. Я эмоциональна, я не могу, у меня такие вещи, они всегда очень это, прям к сердцу. Так, сейчас, как бы это сделать, так, секундочку. Так, вот видео, тут 4570 комментариев, 4570. Теперь, как это мы делаем? Как это сделать? Вам видно? Так, это что? Это комментарии? Но это же не все комментарии, или как? Подождите, ребят. Ну тут же, ну тут не видно все 4000 комментариев. А где все эти комменты? Тут нету 4500 комментариев, тут какое-то очень ограниченное количество. О боже, а вот сверху загрузить комментарий. Блондинка. Сейчас, подождите, придется мне теперь много раз загрузить комментарии. Сейчас я их все загружу. Подождите, я уже почти разобралась. А у вас є друга половинка? Не ігноруйте, будь ласка. Це таке особисте питаннячко. Може є, може нема. Я, да, я загружаю їх зараз. Подождіть, тут же ж загрузить коментарі треба. О, так подождіть, можна ж вот так зробити. Господи, совсем уже отвикла, дуреха я. Так, смотрите, сейчас будет все наугад. Чтобы было все честно, чтобы вы все видели. Видите, я загружаю все ваши комментарии. Загрузить комментарии. Вот я их все загружаю. Их очень много, я очень рада. Так, скоро мы узнаем имя победителя. Год, хочу выиграть для девушки. Я вас услышала, но я же, видите, все честно. Я сама очень надеюсь, что... Так, смотрите, по-моему, все комментарии были загружены. Видите, нету надписи. Я не вижу, где тут. Все, по-моему, комментарии... Ай, боже, еще есть, господи. Да что ж такое... Нет, чтобы в компьютере оно выделялось как-то по-цветному. А то ж непонятно. Ого! Посмотрите, кто сколько вообще кого отметил. Кто-то очень сильно хочет выиграть. Так, сейчас, ребята, видите? Да не, не купальник. Ваши комментарии загружаю. Загрузить, 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 загрузить. Ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. Боже мой, еще не все. Загрузить. Ой, что я такое сделала? Отметила всех. Цвет настроения синий. Так, ребята, я поняла. Это надолго. Ждем, ждем, мои хорошие, ждем. Не уходите, имейте терпение.
Я хочу, чтобы все было честно. Не пропустить ни одного комментария. Цвет настроения синий. Так. Я пока загружу все комментарии и поставлю вот, вот так. Хорошо? Надолго, да? Но я давайте попробую еще раз через телефон. Я не знаю, как это сделать. Я что, думала, все будет просто? О, загрузилось! Смотрите! Уже 4598 комментариев. Так, подождите. А ну смотрите. Сначала новые комментарии или как? Тут просто, понимаете, они, я так понимаю, что все загружены. Блин, она что-то так тормозит немножко, когда подгружается. Ребята, как провести этот конкурс? Как сделать? Оно тормозит. Видите, когда... Блин, вам не видно. Господи. Падает. Так. У меня загружены все комментарии. Блин, пересвет идет. Видно вам, да? Вот. Нови, да. Нови. Сначала новую. Кто-то из новых там? Ну что, готовы? Готовы? Ну, вкусняшки беру ваши. Вот они, я их не съела, чтобы вы не думали. Прям стану на колени перед вами. Ну что, разыгрываем первую вкусняшку. Вот такие печенюшки. Печенюшки у нас сейчас выиграет. У нас сейчас выиграет. Ну что, листаем? Давай грузись. Надо же все прогрузить, чтобы... Ребят, честно, вот, наугад просто. Боже, так пальчик быстро бегает, это ж смешно. Реально. Все, есть первый победитель. Зовут... Вика, нижнее подчеркивание, 141-42. Я ей пишу в комментариях, что она выиграла. Я пишу, вы выиграли печенье. Поздравляю вас. Напишите в директ, куда отправить. Есть тут такая девочка? Вика, нижнее подчеркивание, 100, потом 41, потом 42. Да подождите, еще два подарка впереди. Есть тут такая девочка? Вика. Ее страница. Вот она. Девочка, победительница. Да вы еще не продули, еще двое будут. Есть тут такая девочка? Вы победили. Еще два подарка есть. Ну я не знаю, нету? Сейчас я ей в директ напишу. Отправить сообщение. Поздравляю вас. Вы выиграли печенье. Вот, видите, я ей написала в директ личное сообщение, чтобы потом никто мне ничего не говорил. Ну что, поскольку девочки...
Так. Ну, давайте заново. Точнее, Барни разыграем. Будем разыгрывать Барни. Причем это банановые мои самые любимые. Когда они только появились, я их очень много ела. Этих мишек, честно могу сказать, мне очень понравилось. Что видео вроде было ясно, что один человек. Это все получается, что не так? В смысле? Не поняла вашего вопроса. Одна девочка. Первый победитель печеньку выиграла. Второй победитель. Сейчас мы будем искать. Я еще не знаю, кто второй. Пока первая девочка. Ну что, погнали? Ля-ля-ля-ля-ля-ля, грузится еще. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, кто-то выиграет сейчас Барни. Барни, Барни, Барни. Ой, вот, аж два раза на нее нажала. Ой, это девочка, которой я еще и ответила сегодня. Нижнее подчеркивание, Таня, нижнее подчеркивание, Колесникова. Нижнее подчеркивание, один. Таня, вы тут? Есть тут Таня? Ответить. Поздравляю. Вы. С конца начинать? Хорошо, сейчас начну. Поздравляю, вы выиграли. Барни! Мне аж мимишка замурлыкала. Боже, это очень прикольно. Первое, там я в комментариях написала девочкам. Так, давайте тогда комментарии сначала новые. Так, погнали. Я даже не смотрю. Я не смотрю. Чтобы было честно. Мне все равно отсвечивает. Вам, наверное, тоже. О, вот так лучше будет. Парню для девочки подарите, он очень просит. Ну, давайте уже разыграем среди тех, кто комментарии подписывал. Так же честно будет. Еще грузится. Где там? Вот. Пусть ВТБ сходит. Ну, дело не в этом. Дело в том, чтобы выиграть. Так же ж приятней. Что там? О, пропала, я думала. Є робота від 300 гривень в день. О, не ведитесь на это. Это как раз, знаете, на эту работу ищут. Хорошо. Если вы не хотите, чтобы я по комментариям вот так искала, тогда напишите, люди. Вот мальчик, у него сегодня годовщина с его девушкой. И он очень хочет выиграть. Вы хотите, чтобы я дальше искала по комментариям или все-таки отдала парню подарок? Так будет честно. Мне как бы все равно, ну, как поступить. Я хочу поступить так, как народ скажет. Ой, телефон аж выключился. Так нечестно. Дальше. Да, парню. Парню. Нет. Так несправедливо. Видай ты парню. Парню. Подари мальчику. Парню. Комментарием. Йому не віддавайте. Да, искать. Нет, искать. Парню давай. Несправедливо. С какой радости ему, парню. Сестренке мы выиграем. Він так, это ж просить йому вже дальше по комментаріям.
Я поняла, ребят, давайте по комментариям, я согласна, так будет честно, люди писали, комментировали. Вот когда вы скажете стоп, тогда я нажму. А ну, как только первое написано будет стоп, я стопнусь. Давайте. Говорите, когда стоп. Говорите, когда стоп. Вот, первый кто-то сказал стоп, я нажала на девочку. Варвара Тандем. Тандем. Варвара Тандем 1. Есть такая тут? Я на первый стоп отреагировала. Так. Поздравляю. Вы выиграли. Ой, все, конкурс завершен. Девочки Варваре отправляются печеньки Орео. Перед этим была девочка тоже, ей написала Барни отправляются. Перед этим печенька тоже отправила сообщение девочке. Боже, как приятно, когда Лена реагирует на твой стоп. Видите, все честно, вы сами сказали стоп, и я нажала стоп. Сейчас я кое-что хочу посмотреть. Кое-что хочу проверить. Кое-что хочу проверить. Сейчас, ребята, кое-что проверю и скажу вам. Блин, ничего не осталось. Что делать? Что делать? Ничего не осталось. Как быть? Блин, я думала, что у меня хоть одна какая-то маленькая шоколадка осталась. Или какая-то вкусняшка. Но я все пораздавала или сама съела. Хотела же этому парню подарить на годовщину. И нету ни одной ни печеньки, ни шоколадки, ничего. Ну, простите уже, раз так получилось. Ребятки, спасибо вам большое. Обязательно с каждым подарочком, сюрпризом я вышлю вот такой свой автограф. Победительницы, поздравляю вас. Очень надеюсь, что вы отпишетесь и отправите свои данные для отправки. Я вам смогу отправить ваши подарочки. Вот. Если вдруг в течение там 2 дней... мне никто ничего не напишет. Ждите комментарий, сюрприз под этим же видео. Если вдруг так сложится, что никто не отреагирует из тех, кто участвовал и не заберет свой подарок, то я его просто переиграю. Но я надеюсь, что все-таки... Леночка, давайте еще такие конкурсы. С удовольствием, вот правда. Вот. Не расстраивайтесь, я буду еще устраивать такие конкурсы. Не волнуйтесь. По крайней мере, мы сделали это вместе. Мы выбрали с вами победителей. Я очень благодарна каждому из вас, кто принимал участие. Я очень надеюсь, что вы остались довольны. Даже если кто-то не выиграл, пожалуйста, не разочаровывайтесь и не расстраивайтесь, потому что... такие могут быть моменты непредсказуемые, что кто-то из вас может дополнительно выиграть, не знав об этом, а случайно увидев мой комментарий. Такое тоже возможно. Поэтому верьте в чудеса, не бывает. Я вас очень люблю, спасибо, что вы были со мной, я сохраняю этот прямой эфир. Вот, чтобы вдруг победительницы сейчас не смогли посмотреть его, сейчас все-таки поздно уже. Вот, посмотрят и увидят, что они выиграли. Спасибо вам большое, ребят. Всего доброго. Пока. Спокойной вам ночи. Я была рада очень со всеми вами пообщаться, увидеться. Проводи другим образом победителей. Каким, интересно. Спасибо. Мы были в эфире.
Я такой человек, что никогда ничего не выигрываю. Не говорите так, знаете, никогда. Никогда не говорите никогда. Все в этой жизни может быть. Сладких снов вам, спокойной ночи. Ну, приложение там есть. Я еще не умею этими приложениями пользоваться. Честно. Все, спокойной ночи, пока.